Здравствуйте, дорогие зрители канала Куплю Интернет и читатели сайта Куплю Интернет. В сегодняшнем видеообзоре продолжим экскурс в посылочке, полученной с eBay. И вот здесь вы видите такая замечательная надпись, которая гласит, что этот штрих-код должен быть сканирован Почтой России. То есть специально для Почты России. Так вот, в этой посылочке у нас находится чехол, защитная пленка и накладка на клавиатуру для MacBook Pro. Экран Абритина 13-14 года модели. Куплен он на eBay, по-моему, за $25 со все вместе взятым. В общем, ценник очень хороший для чехла, который, по крайней мере, я жду. Он, оказывается, хороший чехол. Так вот, открываем посылочку одной рукой, так как другой рукой я держу замечательную камеру, которая это все запечатлевает. И внутри у нас оказывается, еще одна защитная пленочка, которая, по идее, должна предотвращать соприкосновение чехла с всевозможными каменными поверхностями. Китайцам респект за упаковку. Так вот, пузырчатая пленочка, которую можно радостно тыкать теплыми зимними вечерами или холодными зимними вечерами, смотря кто где живет. В этой пленочке находится, внутри доберемся, в ней находится чехольчик, который должен быть прорезиненный. По крайней мере, именно такой я и заказывал. А, видите, внутри находится накладка на клавиатуру для европейской раскладки, наклейка на экран и, собственно говоря, сам чехол. Сейчас мы это все разглядим, когда снимем наклеечку. Она как-то не хочет сниматься очень быстро, поэтому мы ее попытаемся сковырнуть вот здесь. Хитрая пленка не хочет ковыряться. Воспользуемся чудесным ножиком, который спасет эту безысходную ситуацию. В общем, одной рукой снимать и вскрывать очень сильно неудобно. Но сибирские парни не с таким справляются. Да, чехольчик прорезиненный. Очень приятный на ощупь. Пленка почти побеждена. Но не совсем. Дальше она опять рваться не хочет. Ой, слушай, какие молодцы, а. Даже пленку качественную делают. Несмотря ни на что. Так вот. Чехольчик с наклейками, которые, кстати, надеюсь, не очень быстро оторвутся. Предыдущую модельку покупал в Apple Store американском. Так вот, эти штучки резиновые отлетели махом практически. Нижняя часть. Ух ты! Какая замечательная штука. Можно отдать детям, они будут там вылепливать разное из этого. А верхняя часть. Опять-таки в пленке. Блин, китайцы молодцы. И защитная пленка плюс накладка на клавиатуру, про которую я уже говорил. В общем, чудесный комплект, за такие деньги просто подарок. Спасибо надежным китайским производителям и Почте России. Спасибо за внимание, приятных покупок, всего хорошего.